Ага, смех да и только. Ой, что же ты думаешь, что есть вариант получше, да? О, да просто все здесь провально. Начнем с того, что всем известно факт, что ночью, а именно в полночь, охрана обходит территорию. В таком случае крыша — самый оптимальный проход. И, кстати, на корабле напишется с двумя им. И что самое забавное, сигнализацию можно отрубить просто вовремя и ее залить нужной жидкостью. А? Рассказывай, Эдвард.